снимаю эффект Гало. А Настя так и сказала, ему будет. Никаких тетям, дядям, блядь. Так, я уже снимаю, я снимаю вот, и вас тоже эффект Гало снимаю. А, ты хочешь сказать, что надо не материться уже? Ну, как бы да. Ну, ты же привыкла, что уже мы всегда... Смотри, как красиво, Женя. А ты видела радугу произведения? Так вот она, это есть. А, вот я снимаю она. Сейчас, это эффект Гало, вот когда вокруг солнца вот так вот она. Надо было эти взять. Очень красиво. Отцы. Вот, от солнца. Смотрите, эффект Гало. Слева и справа, смотрите, радуга. Офигеть. Ты видел, да, она справа и слева? Сверху и снизу есть, пойдем со мной. Ну все хорошо, там уже все видели, все. Немножко поснимаю, насколько руке позволит, не отморожу. Это, конечно, музыка какая-то. С Новым годом! Сегодня 7 января. Рождество, ну капец, у меня будут авторские права по-любому нарушены. Все. Сейчас покажу. Авторские права будут нарушены, ну ладно. Снимаю, снимаю. Вот, что у нас тут творится. О-о-о. Все, руки застыли. Олень упал. Так, все, у меня по-любому. Настя, не садись, Настя! Нет.